друг гулял по пещере и упал прямо на кнопку, с помощью которой кислота поднимается. И теперь, чтобы избежать этой кислоты, вам нужно скрафтить бедроковую броню. Ты серьезно думаешь меня обмануть? Что? Это ж ты в телевизоре! Нет, у меня нет усов. Извините, я забыл, а вы не знаете, где... А, вспомнил! Вот башка старая дурная. Кислота-то поднимается, Владус. Я понял. Бегом! Бегом! Делает она это быстрее, чем я ожидал, поэтому лучше-ка забраться повыше сразу же. У меня, правда, блоков-то буквально нет. Вот последние Владус, два. Мы не успеем подняться ввысь. Да успеем, успеем, Лень. Нужно только понять, где взять бедрок. Он же никак не ломается. Есть идея получше. Лень, ты сейчас сгоришь в лаве. Какая у тебя идея? Обещай не смеяться. Ну, не обещаю, там алмазы. Они сейчас сгорят в этой кислоте. Ладно, 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 хорошо. Обещаю. Тот шорт с пчелкой, помнишь? Какой еще шорт с пчелкой? Лень, о чем ты? Я упал вниз. Мне сейчас вообще не повезло. Бегом, бегом, бегом. Пчелка поможет нам. Мы долетим выше. Лень, я сейчас открою свой канал и посмотрю, что за шорт с пчелкой. А ну-ка. Летать на пчеле в Майнкрафт? Ты шутишь? Нет, так правда можно. Я уже летал. Каким образом? Нам нужно взять мед. И? Расскажу, что дальше, когда все подпишутся на канал. Мизинчиком. Три, два, один. Нужно обмазаться этим медом, тогда пчелка разрешит покатать нас на себе. Возможно, Леня, ты и прав. Понадобится очень много меда. Давай мы поднимемся хотя бы немножко повыше. Я не знаю, как он собрался это делать, я не вникал. Поэтому, ребята, мы сейчас вместе с вами будем пробовать свой же шорт. Проверка своих же лайфхаков. Обмазывайся. Стоп, а ты что, уже что ли? Сейчас я попробую. Не подглядывайте только. Поставьте лайк пока что и подпишитесь. Лень, ну это выглядит очень странно. Ой, пчелки. Нужно поймать одну из них. Сейчас я попробую на нее запрыгнуть. Раз, два, три. Да, теперь пчелка разрешит нас покатать на себе. Но недолго. Тут остановимся, да? Эй, стой, в смысле здесь останови, Лень? Ну все, от кислоты оторвались. Нужно что-то предпринять. Так мы же могли долететь вообще высоко. Почему ты решил остановить пчелку? И что это за рычаг? Надеюсь, он не ведет в какую-нибудь тюрьму. Итак. Ой, Лень, что делать? Я не знаю, но тут какая-то странная красная труба. Поймать спрута. Причем эта труба ведет правда вниз. Спрут? Это который попугай? Зачем ты его туда положил? Лень, ну ты в своем уме. Нам нужно что-то сделать. Нужно понять, где взять спрута. Вон они, спруты. Иди, лови. Ну а чё? Теперь все спруты подсвечиваются, и их можно легко достать. Сейчас он с этим справится. Владус, я забыл! Точно, я тоже. Он же не умеет плавать. Ну ничего, я думаю, переживет. Лень! Это спрут умеет! Давай, 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 Лень, у тебя получится, ну! Спрута хотя бы отдай мне, пожалуйста. На, держи. Так, и теперь мне нужно понять, что с ним делать. Владус, помоги, помоги. Конечно, Лень, давай я тебя добью. Нет, не надо, не надо, не надо. Зачем, стоп, спрут, живи. Лень, тут проблема. Спрутик. Ну что, где тут спрутик, которого я поймал? Я же сказал, тут проблема. Придется лезть за спрутом самому. О, есть один. Сейчас-ка мы его поймем. Ну куда ты? Че ты сразу уплываешь? Стой, спрут. Оп, есть. Прямо из дикой природы выловил. Сейчас-ка мы его отнесем на землю. И теперь нужно понять, а что с ним делать-то? Это еще что такое? Попробуй запульнуть его туда. Лень. Ты уверен? Это, думаешь, сработает? Секунду. Собрались и... Раз! О, сработало! И правда! И что теперь? О, два! А, стоп! Мы что, должны ловить теперь все эти кольца? Где будет следующее? Три! А, ребят, а мне нравится это задание! Поставьте лайк и подпишитесь, если бы смогли попасть. Четыре! Готов! Пятое, где же? Я не думаю, что прям все из вас смогли бы. Посмотрим по количеству лайков и подписок. И это уже будет шестое? Где оно? Ну? Вообще легкотня. А сколько еще нужно-то? О, сбоку появилось. Итак, 8, 9. Давай же. Кажется, сейчас будет последнее. Где? Ну, говорите.
Ладно, запущу его вверх. Он же сейчас на меня прямо и приземлится. Или на меня. Класс. Ладус, а что, тебе идет? Ничего мне не идет. У него всегда этот рычаг в кармане был, я не понимаю. Мы что, могли просто взять и сразу телепортнуться? Алень! Что это было? Поймал. Фух, вроде успокоился. Зачем тебе здесь крипер? Ой, смотри, у меня появилось 7 бедроков в инвентаре. Леня, что здесь происходит? Объясни мне, пожалуйста, что здесь такое? Почему мы должны... Стоп, как он называется? Убьешь, сядешь в тюрьму. Эй! Он взорвался? Опа, да фигня это все. Лень, кажется, здесь ты немножко ошибся. Какая еще тюрьма? Как? Успокойся. Для начала я сделаю верстак, как и обещал. И с помощью 7 блоков мы же можем скрафтить уже... Так, нагрудник мы не можем скрафтить, хорошо. С помощью 7 блоков точно мы можем скрафтить штаны. Вау, работает. Не понял. А ну-ка, подъем. Я сказал, Лень, подъем. Стой, 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 стой. Ну, как его еще будить? Ты чего натворил? Лень, у нас и так кислота поднимается, а ты тут спишь. Нужно подумать, как выбраться из этой тюрьмы. Или что здесь есть еще? Точно, картины. Ведь за картинами зачастую есть проход. Где кислота? Стой! Лень, ну что? Вот за этой нет прохода. Да? А если я ее сейчас сломаю и там есть проход, то что? То тогда ты на меня ведро лавы можешь вылить. Правда? Да. Хорошо. Где? Вот где там проход? Вот где там проход? Ну это Владус! Ты сказал, ведро лавы можно на тебя вылить? Ну? Он меня подбешивает. Поставьте лайк, если вас тоже. А сейчас нужно понять, как пройти внутрь этого прохода. Леня, Лень, вот ты, вот только попробуй заделать здесь. Куда он ведет? Скажи-ка! А, мы же сейчас выберемся. О, бедрок, 5 штук. Ха, нормально. Стоп, а как ты здесь оказался? Пойдем. В смысле, пойдем? Эй, хватит заделывать все, Лень! У меня уже слов просто на него нету. Мне нужен верстак, и почему я задавался вопросом, как выбраться отсюда, если я сейчас сделаю шлем? Вау, выглядит вообще круто! Как выбираться-то будем? Лично я выберусь с помощью железной кирки. Она, в отличие от тебя, у меня есть. Нужно выбираться наверх, или... Нажмем на тот рычаг? Какой еще рычаг? Стой, 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 стой! Там не было никакого рычага! Лень, ты его только что поставил. Я не буду ничего нажимать, я сам пойду наверх, я не знаю, потому что куда попадет Леня, ну его нафиг! Ведь кислота сейчас поглотит абсолютно все! Где я оказался? Стоп! Сундук? Паркур? А Владу за мной не пошел! Это сложное испытание, мне предстоит пройти одному! Я это сделаю! Я устал! Странное задание! Чё, не могли полегче-то сделать что-нибудь? Итак, сундук? Ау! 4 бедрока! Забираю! О! Рычаг! Владус! У меня есть еще бедрок! Лень, ну скорее поднимайся! Сейчас эта кислота все поглотит на своем пути! Только вот проблема! У меня есть практически все! Давай мне бедрок, который ты добыл! Откуда? Знаешь, но это было понятно, что ты идешь на какое-то испытание. Давай, там должно быть штуки 4 для ботинок. Лень. 2, 3, 4. Ты мне только 2 скинул. А вот сейчас сколько? Сейчас 3, 4. Итак, мне нужен еще один верстак. Я уже крафчу, кажется, 3-й верстак за этот ролик. Ну, неважно. Сейчас мы скрафтим ботинки. Отлично. Только вот, Лень, одна проблема. Пошли выше. У нас нет блоков. Стоп, стоп, стоп. Подожди. Лень, Лень, Лень. Да? Откуда у тебя бедрок? Да, там все уже закончился, блин. То есть у тебя было 1, 2, 3, 4, 5, 6 и плюс весь костюм бедрока. Стоп! Что? Скидывай мне весь бедрок. Все, что у тебя есть. Вот. Ты скинул мимо. Больше нету. Вот последнее. Ну все, иди сюда. Я тебя сейчас догоню и покажу тебе, как обманывать Владуса. Что я сделал? Сейчас-ка мы проверим, работает бедроковая броня или нет. Леонид Андреевич сгорел в кислоте. Подпишись, или тебе не повезет.